Жара не мешает десантникам. Сегодня их праздник. Традиционно в этот день начинается с возложения цветов на острове Мужества и Скорби. Для многих ветеранов этого рода войск 2 августа – возможность встретиться и вспомнить тех, кто погиб в Афганистане. Тельняшка и голубой берет в этот день для многих в Витебске – обязательный атрибут одежды. О начале праздника возвестили залпы орудий бронетранспортеров 103-й воздушно-десантной бригаде. Сегодня день открытых дверей. Мы проходили также вот с товарищем из службы в Афганистане. Действительно, десантные войска, как говорят, знаете, невыполнимых задач нет. То есть самые ответственные задачи нам поручались. Естественно, когда ты смотришь в глаза опасности, это сплачивает. И эта дружба продолжается после службы в армии. Больше привито правильности мужского характера. Честь, долг, отвага, то бишь мужество. Больше таких моментов. Прославленное воинское подразделение подготовило для гостей большую праздничную программу. На плацу элементы военной подготовки десанта, рукопашный бой, развертывание боевых расчетов, диверсионная операция, освобождение заложников. Было и купание, но только не в фонтане, а в специальном бассейне, который был частью полосы препятствий. Родители могли увидеть, как проходит ежедневная учеба сыновей. Сначала много теории, а уже потом настоящие прыжки с парашютом. Подготовили сюрпризы десантники и для горожанок. В полдень на улицах дарили женщинам цветы.